Начать запись. Всем привет, дорогие друзья, с вами Семик Зератул. Тут, да, пришлось мне играть, и надеюсь, что лагов дальше не будет. Окей, так. Игра уже возобновляет допустимый приказ. Строение нужно разместить на неспином. Недостаточно надзирателей. Зря я сейчас два экстрадрона сделал, получилось, что я впустую сделал, уже забыл, что овер заказал. Сбил меня вот этот подлаг дурацкий. Мол, 300 миллисекунд пинга вообще просто какой-то был капец. Ставим хату. Недопустимый приказ. И по закону подлости там прибежит обязательно какой-нибудь 12-й пул. Ну, будем надеяться, что нет, и мозг вообще кросс спал. Так. Недостаточно минералов. Нужно больше минералов. Думаю, сегодня провести тестовый стрим. Вроде как было разобрался с интернет-каналом своим, но вот не получилось, что с интернет-каналом я никогда не разобрался. Вот. Так что тестовый стрим у нас пока откладывается. Нету сегодня у нас, к сожалению, половины игроков в лайнапе. То есть, как видите, приходится играть мне, приходится играть Блейки, приходится играть Леону. Нету Смита, нет Джуди Китера, и вообще почти из основы второго состава у нас только сосиска сегодня. Да, блять, естественно, ко мне прибежал, сука, ёбаный в рот 12-й пул. Нахер, я даже играть не буду, хер. Короче, 0-1. Гоу следующего. Алло. Ну, короче, естественно, если ты собираешься играть в макро на карте на 4 человек, этот пидорас сделает какой-нибудь 12-й пул. Еще и, блядь, с первого овера тебя найдет первым же овером, блядь. Да. Еще и Линга он закажет. Не, нахер, я даже играть так не буду. Вот, ну что, у нас следующий сет будет сосиска играть на Абиссал Рифе. Скинь мне сразу название карты, которая мне осталась. Или скажи. У тебя это, блин, как его? Паладина. Ой, тьфу, не паладина, а ханаграунд у тебя. Арена чисти. У тебя ТВП там будет. У меня что, у меня. Чести, да, у тебя. А, нет, ТВЗ у тебя будет. На ней. Ну, ханаграунд, блин. Так. Окей. Так ты мне инватишь, супер. Угу. Вот. Я тут колдовал все с интернетом сегодня полдня. Вот. Вроде ты как. Лаги сразу же. Ну, лаги. А лаги, я не знаю, у меня просто, видимо, настройки стрима сбились, то что. Ну, вроде как я те же самые выставил, те же 1700 на 700 буфера. Вот, но у меня почему-то залагало. Хотя раньше стримил нормально был. Ну, может быть, это потому, что я как бы играл еще параллельно. Так-то я стримлю обычно только. Вот, и мне, в принципе, на пинг пофигу. Давайте сосиску приглашаем. Вот. Блять. Именно эта карта. Я тебе сколько раз говорил, блин, ну... Чего? По-моему... Ты сказал любую, я тебе любую ну, поставил. Понятное дело, любую. Нет проблем, но я не думал, что, блядь, любая, это именно это выпадет. Ну ладно, ничего, сыграй в 30C до барака. Ему тебе счастье. У нас ПВП тем временем исполнение сосиски на Абиссал Рифте.
Сейчас, да, сейчас мы стартуем, и я быстро, наверное, расскажу, в чем был, собственно, моя попытка разобраться со стримом. На самом деле, Расскажи, расскажи. ну, так, поехали. У нас второй сет начинается. Счет 0-1 не в нашу пользу. Семик сосиска против Number Dear Devil. Вот карта глубоководный риф. И у нас PvP матча. Я думаю, если никто никого фотонить не будет сейчас, то у нас будет достаточно времени до шаров. Это для того, чтобы. Да, для того, чтобы рассказать. Ну, вот. А, ну, собственно, идея была такая, что прилепить себе дополнительный канал под стрим. То есть я что-то почесал репу и подумал, а почему я не пользовался моим мобильным интернетом? Ему же как бы стриму-то как бы на пинг пофигу. Вот, то есть играть с мобильного интернета идея плохая, из-за того, что там не самый стабильный коннект и высокий пинг очень. Вот, соответственно, а для стрима-то как бы на пинг-то пофигу. Вот, соответственно, почему бы не использовать беспроводной 4G канал для трансляции? Вот. Рубила сегодня в качестве теста свой телефон в качестве USB модемом. Ну, я попытался провести трансляцию. Ну, там пришлось немножко поплясать с бубном для того, чтобы как бы сетевое подключение через этот USB модем использовал только ABS, и ни одно другое приложение его больше не использовал. То есть получается, что у меня игра как бы трафик игры идет через ADSL мою. Вот, а трафик стрима идет через мобильный интернет. Вот. Ну и все там было, в Ужас. принципе, нормально. То есть там около 17 что-то. Ну, короче, средний, короче говоря, 15 мегабит у меня получилось и на вход, и на выход. То есть я поставил себе нормальный такой битрейт, как в Питере. Я стримил, например, в 3000. Вот. И Full HD, там 48 FPS. 3000 битрейта. Вот. И все было, в принципе, хорошо. То есть я тут немножко потестил, где-то с полчасика. Все вообще отлично шло. Вот. Ну и подумал, что в принципе вроде бы как я нашел решение своей вот этой проблемы сходящего канала. Но оказалось, что все не так-то просто, что у мобильного интернета у него весь трафик считается и входящий, и исходящий. То есть исходящий трафик они тоже считают. Естественно. Вот. Да, и в итоге там у меня по тарифу положено что-то, по-моему, 6 гигов, или то ли 3 гига, то ли 6 гигов. О, ну, естественно, они у меня за эти полчаса стрима благополучно вылетели в трубу. Вот, я пошел сейчас по всяким вот этим салонам интересоваться вообще, что сейчас предлагают, решил посмотреть. Вот, потому что я помню, что я, когда покупал свой смартфон, я в Питере себе устанавливал безлимитный какой-то тариф 4G, и что-то он стоил там около 600, по-моему, рублей в месяц или 500. В общем, какие-то, в общем, довольно приемлемые деньги. Да нет, 300 на Мегафоне 300 рублей в месяц стоит безлимитный. Вообще он 9 рублей в день стоит. Ну, вот. Вот такой. А тут, короче, выяснилось, что, оказывается, все операторы дружно поотменяли, что, оказывается, все операторы дружно поотменяли безлимитные тарифы. То есть сейчас для мобильного интернета безлимитных тарифов нет. И там На Mac, Мегафоне есть. и там максимум тебе, и тот же самый Мегафон, то и Мегафон тоже. Там максимум тебе дают Нет. 10 гигов на месяц. Вот так вот. Ну. Ну, короче, больше 10 гигов на месяц нету. И стоит это все удовольствие, что-то овер до хера денег. Нет. Безлимитный 300 рублей стоит на Мегафон Ну, может быть в в Москве, месяц. может быть в Москве По оно и 9 рублей в сохранилось. день. Тебе, может быть, оно в Москве и сохранилось, но в нашем Мухосранске. Вот. Там безлимитного мобильного интернета, увы, теперь нету. То есть там единственное, что мне удалось найти, единственное безлимитное приемлемое, это у МТС, а там 4 мегабита, вот, за 500 рублей в месяц. 4, Карл, мегабита за 500 рублей. В то время как в Москве, например, можно подключить себе 500 мегабит за те же 500 рублей в месяц. Но это правда. Мегабит это типа Это сколько это гигов или что? полгигабита. Скорость полгигабита. Ну, у тебя обычно А, локалка 100 скорость. мегабит, а там тебе 500 мегабит дают. Да.
О, это за 500 рублей в месяц. Это у меня там Ну подруга я хз, подключилась как сейчас. так они, блядь, в воздухе такие скоростя проводят, блядь. Нет, по воздуху таких скоростей нет, я имею в виду, что по проводу там такое. По воздуху, естественно. Вот. По Либо проводу они подключают. по поводу, в Москве. Ну, я не знаю, что там за оператор. Вот. Ну и, короче говоря, либо еще есть вариант с безлимиткой, это поставить ёпту за что-то около 900 рублей в месяц. Те вот эти самые тебе 4G на полную скорость 20 мегабит будет. Вот. Но там еще нужно и модем купить за много денег. Он там за два штукаря. Ну, это сейчас многие пользуются. Вот. И все бы ничего, но я слышал, что йота здесь у меня работает крайне хреново. В том городе я сейчас живу. Вот. Короче, идея была хорошая, но, то есть, как бы технически реализуема, но по деньгам, блин, здесь будет проще 100 штук отдать за то, чтобы тебе оптику протянули. Если уж на то пошло. Да, да, да. Потому что, ну, на ограниченном трафике стримить, ну это. Ну, либо вот эти вот 500 рублей или 900 рублей за ёпту или за МТС. В принципе, если учесть, что там еще для телефона он будет, тот же самый безлимитный трафик за эти 500 рублей. Звонить, правда, с него нельзя будет. Вот, а вылазить в интернет, вот чисто как мобильный интернет для смартфона его подключить, и плюс пока ты дома сидишь, допустим, с него стримить на этих 4 мегабитах, можно попробовать. Единственное, что я не знаю, там скорость какая будет, и будет ли какая-то скорость, вот и будет ли там хотя бы 3 мегабита, чтобы вот эти вот 3000 кбс выдавать битрейт. Можно, конечно, взять там на месяц, пожертвовать 500 рублей, попробовать. Отказаться, если что. Вот. Ладно, что у нас в игре? У нас в игре тем временем два Скайтоса с двух базовых. Играют Ну, не то чтобы Devil Dance, два, но скажем. один явно Скайтос. Сосиски Пока мне нравится. Фениксы, здесь Фениксы со сталкерами, с призмой сейчас выходит в атаку, и сосиску очень не вовремя третий Нексус поставил, не видит, что к нему идут сейчас. Ну, что страшного, он его успеет зато отменить, а во всем остальном у него ситуация получше, я считаю. Бикон, ну, я не знаю, если его сейчас не пробьют, вот просто тупо в лобешник, то все у него будет хорошо, у него сейчас нет Да, и земли сейчас его не практически. пробьют, потому что не хватит Протасу У противнику сосиски войск, два раза а больше третий. фениксов, но у него что-то овер дохерища сталкеров, и у сосиски ничего против этих сталкеров нету. То есть он, конечно, по воздуху-то заборет, но по земле здесь его поимеют. То есть и верчаши ему, и на верчашах Да он здесь нет, он не будет выйдет. подымать вот так вот изи. Этих сталкеров. Ну, надо только подымать их, блядь, потому что Нет, их не слишком дохера, задамажит. ну ты же видишь. Ну, короче, это 0-2 сейчас будет. Слишком много земли здесь пришло. То есть у Сосисона ни одного имморта, вот только сейчас он имморта сделал. А почему ни одного имморта не было? Жесть вообще. И мы, наверное, не стреляют по воздуху. Вот почему. Ну, либо он думал, что там как бы тоже противник играет в голых фениксов. Чисто Феникс на Да, он не Феникса. думал, что противник зубаз. Но. Разведка зачем? Вот, Immortal только сейчас Так, выходит, и но тут. можно там было отменить можно было третью, блядь, и нормально отдефиться, мне кажется. Не, ну тут уже не вариант вообще. Вот. GG. Тут теперь эту кнопку перемотки запилили, которую я постоянно жмякаю. Вместо выхода. Ну, блин. А, кстати, полезная опция, я посмотрел.
О, то есть там Ну получается. да, то потому что в реплей ты никогда не заходишь, а так Да, вот. так тебе там нужно пойти в реплей, там загрузить этот реплей, посмотреть этот реплей. Вот, а то ты тыкаешь и сразу, в принципе, можешь там с последнего момента посмотреть, где что-то не так сделал, или хотя бы какой билд противник играл. Ага. Ну ладно, у нас будет следующий играть Леон, получается. У него ТВТ на карте. По терминал паладина. Я просто помню, что ты вроде как на паладина не хотел. Давайте ждем, пока наши соперники создадут. Вот. Ну, короче, единственный, наверное, вариант вот с этим вот 500-рублевым МТСом, чисто использовать его как и интернет в телефоне. Вот. И плюс, когда ты дома там для стрима. Потому что Паладина вообще другие... замечательная карта. Да ладно. Убогая карта Да. абсолютно. Вот. Ну и как бы надеяться на то, что У меня, там будет все... блядь, на майне раскрывают танки, он с клифа прикрывает третью базу мою. Блядь, чем не идеальная? Идеальная карта Паладина. Ну окей. Так, у нас какие-то проблемы со входом в игру сейчас. Почему у меня риф, кстати, вычеркнут? Я что-то не понял. Не, походу у меня не зайдет, у меня тупит. Нет, оттупил батлнет, прыгай ко мне сейчас. Чё, Лови. приглашай, да? Я даже Вот. в комнату не заходил. Вот. И все бы ничего, но у меня как бы и так получается, что идет там 550 рублей я плачу за свой ADSL, то есть получится, что за интернет там почти 1100 рублей. Что-то выходит дороговато, если учесть, что ты стримишь и тебе не донатят за это. Да, я И стримлю, мне вот не не донатят. будет никто донатить, что самое интересное. Вот. Если ты не помер. Так что просто получается, что ты стримишь за 500 рублей в месяц. Точнее, за минус 500 рублей в месяц. Интересно. Но зато в нормальном качестве. Хотя это тоже вопрос на самом деле будет. Так, что-то там... Что-то у нас... Ждем Леона, пока он зайдет. Да, ему еще в скайп напишу. Так, я отойду тогда на секунду. Ага, давай. Ага, заходит ли он? Вроде как все готовы.
Ну что, начинается у нас третий сет. У нас ТВТ на карте терминал паладина. Играет Симикс Леон против Фанамбер Хидо. Счет у нас 0-2. К сожалению, не в нашу пользу. Поехали. Напомню для тех, кто только сейчас присоединился, что ты у нас... Блять, ну не чавкай ты микрофон, ну елки-палки. Или выруби микрофон тогда, если идешь. Окей. Да, все, не буду. Такой вот у нас последнего времени горело 18 плюс стрим. Простите. Вот. Томас РСТЛ, 11 лига. Симикс Лернинг Тим играет против команды Намбер. Вот. Странно достаточно у нас сегодня лайнап. Нету, к сожалению, двух основных игроков второго состава. Нету сегодня Смита, нету сегодня Джуди Кейтера. И, собственно, вместо них сегодня играл я, и вот играет Леон как раз. Неплохой достаточно на ТВТ матчам был. Ну, в смысле, как для уровня. У Леона? У него, в принципе, ТВЗ. Из всего, что я видел, у него самый такой нормальный был ТВЗ матчап. Ну давай посмотрим, с чего у него ТВТ тоже был. ТВТ. Ничего, я тут, наверное, все-таки помолчу, у нас больше эксперт по данному вопросу. Через Reaper открывается Хидо. Через... Хреново первый сапплай он поставил, вот сейчас ему надо было делать перестройку. Ну лучше бы он сделал перестройку на реактор. Но возможности у него такой не будет еще долго. Второй supply он будет ставить? Ну да, он перекрывает сейчас supply здесь. Долговато. Есть что, он будет выгонять марики. И интересно, что из факты тогда. Потому что вот, ну, это не агрессивная страта. Ну, единственное, что он рассчитывает на прокси старпорт. Ну тогда это, да, может сработать. То есть он какой-то прокси будет, по видимости, делать, судя по спрятанной да. КСМ-ке. Будет старпорт прокси. Да, пошел старпорт. Здесь, я думаю, здесь циклон будет, но здесь походу будет танк. Судя по лабе. Приходит. А Рипер. Циклон ему зачем? Ему циклон никак, во-первых, не поможет, потому что у него уже марики. Ресурсы слиты на марики. Это, во-первых. Во-вторых, ну, циклон у него будет всего один, поздний, без никакой поддержки. Тут хотя бы рипера, ну, поддержка в виде рипера будет. Не, просто к тому, что как бы сейчас модно открываться через циклон, он вроде как почти все контрит. Это и основное. Кроме воздуха. Вот, через циклон все убивает на самом деле. Сейчас приедет циклон и что? Ну тут танк сделает. Здесь сейчас танк будет уже. И там маньша делается так все. Хорошо. Кстати, если сейчас соперник пойдет на атаку, то он может от большой здесь затерпеть, ему нечем, собственно, с большой бороться. У него 2 марика, сейчас 4 марика будет, 20 клонов. Я думаю, противник просто полетит перед дропом сейчас. Да, но с другой стороны, или он, то здесь дома тоже нечем особо отбиваться, у него только один танчик, несколько мариков. А зачем он не спускается-то? Ой-ой-ой, куда-то он собрался, куда-то он сейчас пошел. Абсолютно зря. Будет. Видит он циклоны и нужно срочно назад раскладывать танк, будет воевать, ну, здесь, это походу. О, боже. Ну, если соперник будет вот так вот тупить, то... Да. Циклона, в принципе, одного хватить должно. Да, минус танк, второго. Ну, танка. Уже эти циклоны не варик, их надо возвращать домой. Хотя с медиваком, с подсветкой медивака неплохо они могут, конечно, здесь нарезать. Здесь, собственно, циклон нужно поддерживать. Наверное, с КСМ, и тут баньша залетает со временем. Нарезать. И нечем. Ну, это победка, я могу сказать, для Леона. Ну, вот он циклон здесь потерял своего, двух циклонов не убил вражеских. У него сейчас еще один циклон был. Циклоны красные. Эти циклоны, они даже от КСМ умрут. Ну, не говоря КСМ. Уже о чем-то другом. А баншу еще не скоро сможет убить. Там Ревен сейчас, да, делается с Тугелью. То есть, в принципе, если... 4 марика еще. Вот очень правильное решение делает Хидо. Он убирает своих циклонов. Ой, не контролит. Не контролится баньша. Минус баньша.
15 рабочих убил здесь он. Давай посмотрим по рабам. 17 на 16 ровно, получается здесь. Ровно, блядь. Да, все ровно. ЦЦшка прямо под старпортом делается, лол. Да. Очень плохая ситуация, конечно, у Леона, потому что, ну, именно из-за того, что противник спас своих циклонов. То есть сейчас циклоны ключевой юнит, как бы. И, ну, в следующей атаке практически нечем будет отбиваться самому Леону. Ну, сейчас... Не, может, ходить надо, зря он... Прям здесь продолжает давление, потерял баньшу, циклонов своих сейчас потеряет, еще одна баньша здесь есть, но... Двух циклонов потерял, ну это совсем плохо. Совсем, это очень плохо. Баньша сейчас тоже, скорее всего, будет минус. Можно этих циклонов двух попробовать забрать? Можно, можно, можно их забрать, да, надо их забирать. Ух, минус. Так, выживем. Ну, теперь он просто ван добивается. Да. Кстати, КСМ-ки он может спокойно засадить в медиваке. Они пока летели в медиваке, чинили бы циклоны. В смысле? Прям ну, внутри... КСМ-ки с починкой чинят. Да, внутри медивака. Чинит и внутри медивака? Слушай, не знал, на самом деле. Да, да, да. Зря такую, ну, фишку не использовал противник. Но это бы очень, как бы, красиво было. Одного рави нужно отправиться большой хидео. Кстати, красный. А, нет, уже добавляет барак. Не плохо контролил. Скинь туретку. Да, туретку скидывает. Минус большой. Минус банша, больше никакой угрозы со стороны воздуха нету. Я бы сказал, что здесь вообще никакой угрозы. Очень грамотно, конечно. Синего тирана теперь нет, у него только барон из двух танков, который просто турелями, наверное, законтрится. Кстати, равен уже вроде-то как турели пофиксили сейчас, то есть они дольше по времени стоят, но меньше дамага. Ну, или нет. 7 секунд. Это турель. Я просто помню, что там было какое-то изменение, что вроде бы как. Ой-ой, минус циклон не добил. Вот. Успевает спрятать. Я просто помню, что турели, они вроде бы как... Где-то было изменение, что они теперь меньше дамажат, но дольше стоят. Но походу, что нету этого изменения. Видимо, еще не видели. Ну что, гоу сливать последнюю и заканчивать наш сегодняшний бронзовый стрим. Давай, создавай тогда. Ну, сейчас ребята создадут. Лучше бы я на этой карте ТВТ-шку сыграл. Ну, у тебя было просто такое, ну... Чем мне не нравится вот это вот, то, что противник сыграл. Он очень мало этих получается у него циклонов. Я, например, ставлю реакторы с реактора, их клепаю, блядь, ну, до посинения, нахуй. И, ну, когда там выезжает 1-2 у него, а у меня каждый раз по 2 к нему приезжает на рампу, ну, это, блядь, единственная проблема с тем, что вижена нету у тебя наверх на рампу, но, ну, если качественная микро, это как бы... Можно решить. Тем более, что там одним, ну, двумя, четырьмя циклонами микрить это, блядь. Конечно, они так толпятся на рампе, блядь. Ездят, ну, то есть криво. Не можешь всегда выехать. Если 4, то не всегда ты можешь выехать, блядь. Поэтому я иногда оставляю сливать. Типа, хули, пусть разменяется там. Ты создашь? Ну, сейчас они создадут. Против зерга. Ёбаный рот. На кого, блядь? На этой карте я ебал, блядь.
Как я, блядь, должен пропушить на этой карте или, блядь, я вот не понимаю просто. Вот как ты себе представляешь, можно выиграть зерга на этой карте? Как? Как? Ты Посмотри у контрола, как легко. Ну, назови мне вещи, которые привели контрола к победе, блядь. Легко. Не знаю, какой-нибудь хитрый пуш сделай. Если не хочешь играть в макро и да, пытаться перехалявить зерго, блядь, ты серьезно? Ну не знаю, Пиздец, блядь. меня почему-то тираны умудряются перехалявить. Ну да. Пуш, блядь, на карте, сука, которую я не знаю, ну, наверное, самая большая, которую я видел, блядь. Как на нее поближе посмотреть? Да, я уебал просто. Ну, в принципе. Блять, нет, это провал, ну. А, 570 рублей был безлимитный тариф МТС в свое время. Ну ладно, давай тогда я отключаюсь. Удачи. Давай. Давай. Вот. Такие вот дела. Ждем, сейчас у нас Блэки стартует. Пока четвертый сет. Счет у нас 0-3. И ТВЗ на карте Honor Ground. Огненный Тиран против Лорни Тринг, блин. Короче, пускай будет Лорни. Чтобы язык не ломать всякий раз. Посмотрим, что придумали здесь Блейки. Карта, в принципе, для Тирана нормальная. То есть, как мне всегда, например, казалось, что Тиран здесь играет вполне комфортно на хадограунде. Вот, по крайней мере, мы видели много игр в исполнении контрола за основной состав. Он на этой карте играл и достаточно успешно нагибал из зергов протосеков. Через пол до хата играет зерк почему-то. Интересно, достаточно решение. Пул, хата, газ, походу так. То есть побыстрее, видимо, будет получать, будет стараться получить королеву. Так, сейчас буквально минутку авкнуть.
Игра приостановлена. Игра возобновлена. Происходит, там Линк прибежали долбиться в стенку, здесь Блэки прибежал своим рипером, сейчас подрезал двух рабочих, а здесь что? Як попытается Линка съесть, чинить, ну чинить же его надо. Одного рабочего мало, мало одного раба, чтобы ее вычинить, ну ё-моё, ну как же так, Блэки? Думал, что успеет миллион, но нужно было выводить рабочих, конечно, сразу же. КСМ-ку сейчас здесь потеряет. Не, не потеряет. Да ну лол, ну. Да. Тут двухбазовый ЛР, походу, муталиски какие-то будут или реведжеры, походу, судя по трем газам. Просто какие-то двухбазовые ручи, непонятно, не встретится. ЦЦ-шка ставится в Блэке. И, в принципе... Тоже он сейчас уже рипером видел Блэки то, что здесь на второй базе два газа делается, делается лэйр, делается. Рычатня. Ну и, соответственно, что это будет какая-то двухбазовая фигня абсолютно. Вот, третью ЦЦ-ху делаем, Блэки делается у него. Пристройка лаба на факте, будет танк, скорее всего. И можно было бы еще баншу... А, это будет двухбазовый Нидус, ё-моё. Действительно, и тут третья, а тут третья ЦЦ-шка, ну это... И все шансы на то, что Нидус удастся. Вполне, тем более, что он теперь неубиваемый же. Вот. Во время строительства делается первый Либератор сейчас. Мне кажется, против Реведжера Либератора так себе решение. Единственное, что как бы Блэки сейчас может спасти только отсутствие реведжеров и оперативная реакция на это сомнение. Вот он пошел. Сразу его сейчас видит. Терн раскладывает танк, нужен, но только подальше, подальше, подальше на танк он раскладывает. Пытается его обстроить инженерками. Королев вылезает, сразу трансфьюз кидается. Танк слишком близко к выходу стоит в СМ-ке. И вот так раскладывается Либератор. Хэп побьешься, это 0-4 просто. Вообще какой-то бронзовый сегодня колонвар у нас получился. Вот. Так что, вот так что. Всем спасибо, кто на это действие смотрел. С вами был Семик Зератул. Всем до новых встреч. Всем пока. Удачи.